Начнем программу с рубрики «Наболело», но сегодня это не новая проблема, а возврат к старой. «Мы своих не бросаем», — сказала Оксана Стяжкина и полетела на съемку. Октябрьский проспект, 44. Об этом дворе мы вам рассказывали на прошлой неделе. Историю о снежной борьбе между двумя соседними домами нам рассказали жильцы дома номер 44 по Октябрьскому проспекту. По их словам, вот уже 3 месяца управляющая компания, которая обслуживает соседний дом, при очистке двора сгребает снег на территорию их дома. Наши соседи с Октябрьского 46, а у них идет, они организовали на нашей территории склад снега. Мы сами позвонили в ПЖХ номер 10, и вот что нам ответили. Ну, не знаю, я передам мастеру, что она там перекладывает, и как получилось, наверное. Сегодня 18 февраля, но, к сожалению, в этом дворе ничего за неделю так и не изменилось. Все на прежних местах. И снежная куча, и ветки деревьев. И по-прежнему жильцам остается только возмущаться. Ну, сами видите, свет не проникает, грязь, снег кругом. Я говорю, у нас вот все цветы ведь погибнут. Там женщины старались, это землю носили, делали клумбы, красивые клумбы. А я не знаю, как с ними бороться. Такое отношение управляющей компании жительница называет как... Это, значит, неуважение к нам, и все, я так расцениваю это. И считает, что отступаться от этой проблемы не стоит. Эту проблему надо решать, я не знаю, каким образом. Пусть они вызывают этот погрузчик, пусть они этот снег вывозят. Мы все-таки очень надеемся, что после второго нашего приезда эта снежная проблема разрешится. Оксана Стяжкина, Иван Деров, программа «Вятка Тудей».